Всем привет, с вами Гринайт, и мы продолжаем Assassin's Creed Valhalla. Ну что же, пойдемте поможем сбежать Эстрид. А она хочет свалить отсюда. Че это? А, ну круто. Я даже что-то не видел. Ай-яй-яй. Ты че, куда? Стоять, 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 стоять. Стоять, козел. Блин, не догоню, не успею. Давай, 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 давай. Там нажать надо было. Тихо, тихо, тихо. Там надо было нажать, подобрать. Блин, он исчез. Ладно, пень его тогда. Блин. Зачем нажимать подобрать, если я бегу за ним, и он должен автоматически пойматься? Что за тупизм? Так, это что? А, это ловка. А нам надо? А нам не надо. Пойдемте. О, вот она. Эйвор, вот ты где? Сюда. Да иду. Да, но лишь время покажет, вспыхнет ли пламя вновь. Мое замужество ждет, пока ты его разорвешь. Не странно будет уплывать отсюда. Ты провела здесь полжизни. Да, но что я здесь оставлю? Лишь того, кого не люблю, и могилы двоих детей, что не прожили и дня. Оу. Ты всегда скучала по родине? Да, но больше потому, что оставила позади. По свободе и надежде на лучшее. Похищение Вламос — хорошая мысль? Это праздник христиан? Да, чудесный день благословения урожая. Время вина и фруктов, песен и танцев. У людей скоро помутятся умы и взоры. Очень кстати. А корабль, на котором ты поплывешь домой? Я нашла его. И отважного капитана. Идем, я вас познакомлю. Ну, пойдем. И кто этот капитан? Юноша 16 лет от роду. Отчаянный, как все, кто молод. Кто он, Сакс? Дан. Эадред говорит, вы грабители. И хотите отнять у нас Англию? Есть и такие. Но я пришел, чтобы найти здесь клочок земли. Не хочу домой к родным норвежским зимам. Норвегия. Она верно красива. Сурова, грозна. И холодна, как северные льды. Там застывает даже свет в небе. И по нему валькирии везут павших воинов на вечный пир. Да, вечный пир. Это веселый конец. Да, очень веселый. Вечно жрать. Чё? А! А, это этот. Господи. Как его? Нам сюда. Это же Притон. Капитана зовут Хрольф. Ролла на франкском. Расскажи ему о нашем замысле и обещай все, что попросит. Его придется убеждать. Мы расстались не совсем друзьями. Я справлюсь. Словами или силой. Будь готова, я подам сигнал во время Ламоса. Ага. Словами или силой. Но сейчас узнаем. Ролла! О, нет, я просто нищий монах. Мне больше нечего отдать. Прикольно. К тебе пришли, Ролла. О, это тот самый дикарь? Меня послала Эстрид. Что, правда? Прощальный подарок тому, кто славно ее отделал, а? Я пришел забрать тебя. Позже нельзя. Эй, кто тут Ролла? Он нам нужен. Люди короля хотят задать ему пару вопросов. Нет, 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 нет. Постойте-ка. Что ж, прошу вас. Живо! Живо! Эй, как же я? Проклятые Данны! Открывайте! Прыгай! Ну! За мной!
Мы нашли твой лагерь, Дан. Связали твоих друзей. Тебе не помогут. Эй, тихо, тихо, тихо. Ты чё, Эйвер, дерись. Чё за родич? На, получай. Да тихо, ты успокойся. А чё с ним разговаривать? Эстрид права, ты отчаянный. И кто для тебя, Эстрид? Просто друг. Я Эйвор из клана Ворона. Судя по речи, из Норвегии. Прости за резкость. Эти саксы знали, где мой лагерь. Зря я оставил там своих воинов. Иди к ним, если должен. Но скажи, где тебя искать. Нам нужно многое обсудить. К северо-востоку, у устья реки. Идем или встретимся там. Ну, пошли. Че, кто-нибудь еще нападать будет, не? Чур, белый мой. Гнусные саксы! Ролла неразумный? Я им покажу. Скоро стану оскопителем. Или крикливым, если не прекратишь орать. Не от тебя ли получил прозвище Ивар Бескостный? Я слышал о его деяниях, но этого имени никогда не понимал. Он был бескостным до нашей встречи. Кости от него и остались, уже и не спросишь. А король Альфред? Представь его на белом покрывале, что расстилает тюр. Посинел бы, как мой отец в ночи праздников. Тогда он обычно спал в снегу, обнимая своего пса. Ах, даже скучаю по былому. Славное было время. Чё-то далеко. Блин, 700 метров таким медленным шагом. Да вы чё? Дай побыстрей. Отстань, я не хочу разговаривать с вами. Такс. Блин, ладно, короче, чувак, я без тебя поехал. Хотя... А, ну, в принципе, пускай едет. Да. Ехать нам предстоит очень долго, видимо. Что не так с ездовыми животными, а? Чего вы там зеваете или стонете, или непонятно что? Ты без меня ехать не можешь или что? Ну, давай, давай, выбирайтесь из города и валим отсюда. Вот, наконец-то. Проще было самому доехать, наверное. Давай, догоняй, чучело. А, у нас еще эффект пира, да, даже есть. Классно. Ну, он вроде не сильно не отстает. Ну, как сказать, не сильно. Так себе. Но мы вперед доедем все равно. Вот этот... Нет, дальше. Это что за лагерь? Вроде никого. По крайней мере, врагов нет. И чё? Всех перебили? Нет? Да? А куда он поехал? Нет! Почему моих людей связали? А ты куда едешь? Ты мне объяснишь? Эй, алё, гараж. Ты мне объяснишь, какого черта ты едешь на лошади дальше? Ну что за блядство? Я вообще не понимаю, в чем проблема? Вы, блядь, издеваетесь или что, я не понял? Куда он поехал? Ну, давайте полутаемся. Ты кто, дядя? Ну, он съебался.
замечательно. Ubisoft, вы превосходите себя все лучше и лучше, блин. Вот он. Здорово. Ты опять туда едешь? Ты, может, блядь, слезешь с лошади? Ну и какого хрена? Ну, вот он и едет. Если ты еще на круг, блядь, поедешь, я тебя урою лично. Сука. Скверное дело. Стольких моих воинов увели. А остальные перессорились. Им кажется, что среди вас предатель? Лорк и Герхильд со мной уже давно. Не хочу в них сомневаться, но мы потеряли людей и корабль. Если здесь предатель, беда грозит вам всем. Я поговорю с ними. Невиновным нечего скрывать. Хорошо. Пусть Локи не собьет тебя с верного пути. Ролло, пока ты пил и веселился, на нас напали саксы. А этих двоих здесь не было. Никто нас не предавал, Аке. Герхильд, щит девы и мне сестра, а Лорк служил моему отцу. Кажется, саксы схватили не весь клан Ролла. Нужно поговорить с ними обоими и хорошенько осмотреть лагерь. А, окей, сначала лагерь осмотрим. Так, стрелы, 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 стрелы. В лагере хватает крольчатины и дичи. Допустим. Что еще у нас? Достаточно еды. Здесь можно было спрятаться и переждать нападение саксов. Ага. Прятки в кустах. Что еще? Что еще? Что еще есть? А что, больше ничего? Все? Да так неинтересно же. Ладно. Герхильд, верно? Да, сестра Ролла по оружию. Я верно ему служила и не предавала его. Где ты была, когда напали саксы? На охоте. Здесь в округе водится жирная дичь, а нам нужно мясо. Кого поймала? Пару кроликов. Ролла их любит. Угу. Кто для тебя Ролла? Брат по оружию. Если Англия и та франкская ведьма не собьют его с пути, мы заслужили лучшего. Не пойму, кому ты завидуешь, Эстрид или Ролла? Тебе не понять, вороний клюв. Я пекусь о других данных. Я не предательница. Ты лгунья. У вас достаточно мяса. А ты умнее, чем кажешься. Я встречалась с парнем из соседней деревни. Ни одному Ролла крутить шашни с местными. Пока что все. Лорк, так? Что ты расскажешь? Хочешь меня послушать? Принеси кружку Эля. Сядем и поговорим на равных. Или проваливай. Где ты был, когда пришли саксы? Охотился на кроликов, ясно? Сыт по горло морковкой да репой. Услыхал крик Герхильд, и тут началось. Ты хоть что-нибудь заметил? Герхильд болтала с каким-то саксом. Я не слышал о чем, но это не к добру. Из чего мне тебе верить? Может, ты спасаешь свою шкуру? Спроси ее. Говорит, что верна Ролла, но я знаю ее с детства. Она всегда была честолюбива. Давно ли ты служишь Ролла? Я дал клятву его отцу. И готов утирать Ролла сопли до смерти, коль придется. А если Ролла умрет, ты будешь свободен. Не устал от битв? Однажды я отправлюсь к Одину, но свою честь точно не запятнаю. Ты лжешь. В лагере полно забитой дичи. Точно хватит на несколько дней. Говорю же, охотился. Продолжишь лгать, предатель, и Ролла лишит тебя головы. Я спал в лесу, ясно? Услышал саксов и спрятался. В одиночку я бы с ними все равно не сладил. На этом пока закончим. Ролло, пока ты пил и веселился, на нас напали... То есть, скорее всего, тетка, да? Никто нас не предавал. Ну,
Герхельд, щит Дева и мне сестра, а Лорк служил моему отцу. Больше кажется, саксы схватили не весь клан Ролла. Нужно найти то, что изобличит лжеца. Так, ну-ка. Пошаримся маленечко вокруг еще. Опа, 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 опа. Корабли. Точнее, дракары. Дракары. Так, здесь ничего? Так, плохо. Очень плохо. Так. Ну, я ничего такого не вижу больше. Так, там что-то есть, что ли? Ну-ка. Ну, это же не просто так сделано. Опа, опа, опа. Это что у нас такое? Серьезно, прямоугольный камень и титан. Ну, он хотя бы сказал, что он спрятался. Один он не перебил бы. В принципе, логично. Ну, оба врут, что охотились. Ну, даже если охотились, то пофигу. Блин, что-то вокруг ничего не видно. Не весь. Он что-то говорит, он намекает на что-то. Главное, что-то намекает мне. А на что он может мне намекать? Есть еще что-нибудь? Там где-то еще выше лагерь был. Давайте вот там вот посмотрим. Может, там что-то есть. Просто, ну, как-то тупо, блин, просто так обвинять вообще без всякой фигни. Место встречи охотников. Ну, тут нифига нету. На слово совсем. Ну, вот вообще ничего. Ладно. Мы обвиним, наверное, тетку. Хотя она сказала кроликов. Кролик, типа... Дофига кроликов. Так, ну-ка. Так, она сказала кроликов. Он их любит. Этот вытирать сопли ему клялся. Ролла, типа... пока ты пил и веселился, на нас напали. Ладно. Решение принято. А, дайте мужика. Оба мне сказали, что охотились. На кроликов. Герхельд редко охотится. Она с детства скверно стреляет. Ага. Твоя сестра ревнует. Думаю, ты променял своих людей на чужую постель. Она чистолюбива. Но поклялась на щите, что будет мне верна. Лорк сказал, что охотился, но у вас хватает кроликов. Зачем лгать, если ему нечего было скрывать? После твоей смерти он бы освободился от клятвы. Он стар и немощен, но верно служил моему отцу. Я бы освободил его сам. Он знал, что идут саксы и спрятался. Либо он трус, либо с ними заодно. Блин. Печально слышать. Некогда он был великим воином. Ну, если она не умеет стрелять, то какой нафиг? Какая нафиг охота? Скажи, ты принял решение? Принял. Ну, говори. Больно делать выбор, но мне нужна правда. Тетка, ну, вариантов больше нету. Ну, правда, ну, серьезно. Если она не умеет охотиться, какие нафиг кролики? Тебя предала Герхельд. Нет, неправда. Ролла, умоляю. А когда мы узнаем? Позорная смерть на землях саксов. Оба могли предать ярла, но лишь одному хватило коварства это сделать.
Надеюсь, выбор верный, ибо позор не даст войти в мой чертог. Предателям не место за столом в Вальгале. Она была завистлива. Осуждала любое мое решение. А, ну, здесь может, мы и правильно сделали выбор. Сделать, но твои воины могут быть живы. Поможешь мне, когда освободим их? В порт Уолтон есть лагерь саксов и пристань. Возможно, их отвели туда. Я вот всегда думал, что с ней что-то не так. Не смей так говорить. Мое сердце разбито. Лучше найди, чем заняться. Угу. Я слышал, к югу от Колчестера есть безопасное место. Так, ну, поехали. Ролла, мне жаль, что твои люди погибли. Спасибо, Рейн. Мне... А, надо было дослушать, да? Ну ладно, идите нафиг. Мы едем освобождать. А, ну вот же лагерь я видел. Блин, а может сюда надо было сгонять сначала? Я надеюсь, мы правильный выбор сделали. Ну, без всяких каких-либо подсказок. Две подсказки. Ну, правда, непонятно, кто и что. Так. Ты умрешь? Умрешь. Все, отдыхает. Так, а там никого нету? Наверху никого нет. Тут нужно быть осторожнее. Так. Идем дальше. Вижу ключ. Ой, вот это вот сразу. Отсекаем. Что-то их там очень много. Не есть хорошо. Надо, который не толпой сначала. Это что сейчас было? Тихо. Не двигайся. Хорош. Тихо, аккуратненько. Он что, кого-то заметил? Он заметил, что я убил? Ой, хорош. Отлично. Валим. Так, тут что-то было, да? Вижу. Да, разбей ты, сломай. Да что так темно? Так, тут один. Так, тихо. Не та кнопка была. Блин, да ты издеваешься. Так, двойка. Поехали. Допустим. А другой лук. Вот этот. Где он там? Вон он идет. Да. В смысле? Ой, все хорошо. Так. Что это было сейчас? Так, допустим. Мне надо... Какая нафиг рыба? Ты о чем? А, дверь заперта. Ключ там у нас выше.
Надо поаккуратнее. Люди Ролла в клетках, точно куры. Надо наверх залезть, убить сверху и как-то... Как-то вот так вот, да, аккуратненько. Так. Хорош. Так, тебе согрелись? Нет, тебе ничего не услышали. Отлично. Ой, как хорошо сейчас было. Ой, так, ключ надо забрать сначала. А, ключ плюс нам надо... А, ту толпу как-то убить. Ну, если они все усыпятся, будет неплохо. Где ключ? Вот он. Так, это мы ломаем, это мы открываем, это мы идем вон туда сейчас. Почему он серию скрытых убийств не сделал, я не понял. А почему он не усыпился? Вопрос. Ладно, допустим, даже так. Надо лук поменять. Нехорошее дело начинается. Подойдешь, нет? Да блин. Что там творится? Так, это жирный. Тоже жирный. Иди сюда, иди сюда. Тебе, ну, блин, ладно. Ну, попробуйте. А чё, нет уколов? Нету. Умри! А тот не слышит, да? Да ты, да знаешь, я же стрельнул. Куда? А как ты куда попал? Вот скажи мне. Он стоял спиной. Ужас, ужас. Вот куда он мог попасть? Кроме как не в голову. Сначала мы все залутаем. Вроде больше никого нету. А как мы залутаем? Мы залезем через верх. Ну, как-то глупо, да, было. То есть, ну, в смысле, сонное облако, что за бред? Так, это добыча, это... А, внимание, согласно приказу короля Альфреда Терри-Перри, большой или маленький красный сосуд, китовый жир, что-то, понятно, бомбу какую-то готовили. А зачем я сюда залез? А, точно. Да ты издеваешься. Ну, допустим. Ключ у нас есть. А, там у нас ничего нету. Там нам надо дверь открыть. А чё, где? А, надо открывать. Клянусь Тором, не забуду. А тут чё? А чё вы за мной? Да подвиньтесь, вы чё встали-то?
Люди Ролла свободны. Пора обсудить похищение. Ну блин, ну я шел забрать лут. Вы чё? Твоя рука крепка, Ролла. Верь в меня, друг Воронов. Не повторяй ошибку саксов. Твоим воинам нужен вождь, а не юнец, что променял их на девок и мед. Твои слова правдивы. Раны любви глубоки, но я стерплю и эту боль. Я нужен своим людям. Не им одним. Ты мне обязан. Пора вернуть долг. Мой топор твой. Говори. Я ищу капитана с быстрым и крепким кораблем, чтобы помочь леди Эстрид добраться до земли франков. Снова похищение. Эстрид упорно. Что ж, ладно. Где не преуспел один, справятся двое. Твое сердце не дрогнет, как бы ты ни относился к Эстрид? Нам было хорошо вместе, но это в прошлом. И я вас не подведу. В ночь Ламоса жди на окраине Колчестера со своими воинами. Так, надеюсь, он далеко... Ага, далеко не ушел. Вон там еще есть что-то. О, хорош сундучок. Да. Так, два навыка, да, дали? Четыре навыка дали. Неплохо. Опять через верх. Ну, естественно. Надо будет что-нибудь вообще прокачать в деревне. Это уже много чего насобирали. Так, ткань, это хорошо. Давайте навыки. Предметы могу, да? Тут не могу. Не хватает. А, чуть-чуть железа не хватает. И еще больше стрел будет. А, не хватает много железа. Провизия. А может, на провизию накопим? Да, давайте, наверное, провизию накопим. Стрел вроде более-менее стало хватать. А, так, что у нас здесь? Нет, не хочу. А, медведя я хотел качать, чтобы в ближнем бою дальше. А, устойчивость, мощные удары. Да, давайте, наверное. Тут закончим. О, загорелся красным. А что это значит? Не знаю. Так, это дерзкая расправа. А, кстати, почему бы и нет? Пускай будет. Качаем медведя полностью, да и все. 1000 метров. Больше у нас ничего нет, да? Да. На всякий случай стрелы попробую взять. Одна стрела всего лишь. Ну и ладно. 1000 метров. А это нам куда? А, это нам все. А, вот заодно и попробуем поймать ту фигнюшку. Ту фигнюшку попробуем поймать. Значит, они любовниками были. Ясно, ясно. И, скорее всего, во время похищения мы узнаем, правильного ли мы предателя убили. Что-то у него висит? А, рукоятка топора странно висела. Так, ты где? Ага, вот ты здесь. И побежали. Ага, она пошла. Так, она пойдет вот сюда. Поэтому мы уже знаем, и мы наперед просто ее перехватим. Так, куда-то сюда летит. Ага, ага. Ну, вот здесь она будет. Вот она, вот листочек. Иди сюда. А, набросок татуировки. Так, а где она, кстати? А, она здесь. Мне нужна твоя помощь. Ага, вот справа. А, нет, не справа. Вон, внизу, вижу. Как твои люди, Ролла? Они готовы сделать то, что нам нужно? Предательство Герхельд стало для них ударом.
Все знали о ее ревности, но такого не ожидал никто. Впрочем, забудь. Мы готовы. Что нам нужно делать? Ждите сигнала. Действуйте, когда я подойду к Эстрид. Я стану твоим топором. Скоро придет ночь, тогда и нападем. Нет, нет, конечно. А зачем загрузка? То есть он сел, а загрузка-то зачем? Так, а чё, а где? А, вон идут кто-то. Ага, вон. Так, блин, если я сейчас рыпнусь, они меня спали, да? Точнее, он один идет. Тихо, дружок. Блин, ну, сорян, ребята. Тихо, 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 аккуратно. Аккуратненько, постелс, постелс. Кто? Ну, ну ты тварь или нет, а? Ай, больно. Ну, не так сильно. До свидания. Ух, как он делает. Ну, я тоже так могу. Сегодня у нас будет пир. Когда час пробьет, я буду готова. Так, забирай, забирай. Меня похищают! Спасите! Стража! Да ты... Делай, как я. Ты дебил? Ты дурачок, а скажи мне. А если бы ты ее порезал? Сдавайтесь, Саксы! Леди Эссекса в наших руках! Ты умрешь, нет? Давай, кидай. Хватайте их, женщины! Лови обратно. Сегодня у нас будет пир! Давай, 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 пошел, пошел, ты пошел. Ты пойдешь со мной! Оставь меня, подлая тварь! Стража! О, горе! Пусти! Боги, так тебе не обмануть и ребенка! Руки прочь, зверь! Неужто меня обесчестят? Так, где конь? Да стой на месте, не рыпайся. Так, пошел, 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 пошел. Отлично. Еще один, да. С кем он там сражается? Да что-то у вас дофига, ребята, ну что? Лови. Еще лови. Ну, вы и мудаки, ребятки. Ты куда прыгнул-то так далеко? Ладно, мочим, что уж делать-то. Ну, такие назойливые, ну серьезно. Кто там еще стреляет? Ой, а ты что не поймал?
Ой, зря ты это сделал. Ой, как отлично попал вообще. Нет, не умру. Да ну. А что не попал, раз ты быстрее? Еще раз швырнешь, я тебе швырну в ответку. Ну, ты не понял, походу, да? Плохо, что вот эти удары научился уже блокировать. Ну, нападай. Такие наивные. Блин, ну вы серьезно, ребят, отвалите от меня. Откуда вас столько? Он кинул, серьезно? Как же вы даст... Так, подлечиться. Ну попробуй. Кто стреляет, я не понял. Достал. Вижу. Ладно, иди сюда. Забирай, забирай, забирай ее. Так, ты стой на месте. Стража! Стража! Так. Да. Блять, какая же ты тупая тварь. Остановись. Молодец. Ну просто, ну серьезно, это бред. Поехали, поехали. Вот стой и кидай дальше там. Ну это просто издевательство над игроком. Ну да, как обычно, да. Ты на скорости замедлился в горку. Но не заедет. Он будет вот так вот ползти. Это раздражает. Зачем он замедляется? Вот сейчас он бежал, а сейчас он замедляется. Для чего он замедляется? Думаю, объясните мне. Уже можно не бежать, верно? О, какой день! Сердце так и бьется. Радуйся, что бьется. На твои вопли сбежалась половина колчестерской стражи. Все должно быть по-настоящему. Отец говорил, я хорошо притворяюсь. Пойло тебе точно не занимать. Разве... Так, с нам можно провизию одну вкачать. Че, в смысле нет? А, 600. 500. Весело? Признаю, мне понравилось похищать принцессу. Я отважно дала отпор похитителям. Но что теперь со мной станет? Не лишат ли меня чести? Не волнуйся, ей ничто не грозит. Как же так, Эйвор? Ты не страшишься воинов Альфреда, но мои намеки тебя пугают? Я понял, к чему она клонит. А че бы нет? Наконец-то! Теперь лишь пенящиеся воды пролива отделяют меня от дома. Вы справились, Ролла. Ты и твои люди. Готовы отплывать? Шипящий сын Локи вспенивает воды пролива. Придется нам дождаться ясной погоды. Берегитесь. Люди Альфреда будут искать Эстрид. Пусть Бирстен и отзовет своих. Эйвор, сейчас не время тревожиться. Мы празднуем. Я принесу тебе меда. Ну, тащи. Бирстен ждет тебя к северо-востоку от Колчестера. Но ты заслужил больше, чем обещал мой муж. Я буду ждать тебя. Подальше от пирующих данов. Клянусь молотом... Поищу Бирстена. Наверное, он на охоте. Так, а где она? Вот она. Интересно, что меня ждет? Новая жизнь или, напротив, прежняя?
прежняя жизнь, родина. Боже, все эти годы, как долгий сон наяву, как ожидание, когда меня наконец разбудят. Скажи, ты о чем-то мечтала? Конечно. О том, что за проблесками счастья последует нечто большее. Настоящая радость и любовь. Ляг со мной, Эйвор, под звездами Англии. Пусть это станет моим последним воспоминанием о ней. Сегодня мы будем вместе. Но завтра начнется новая жизнь. Ты не пожалеешь? Тише, молчи. Иди ко мне. Ну, хоть разок-то надо. Ну и все, ну так неинтересно. Че, прямо у всех на глазах? Серьезно? Допустим. Че, все, с ней больше нельзя разговаривать? Я очень горд. Мы помогли и Эстрид, и ее лорду. Может, теперь все будут счастливы? Так, с тобой. Я будто помолодел. Благодаря тебе. Ты поверила мне, хоть я и струсил. Это не повторится. Зачем вы все испортили сейчас? А, господи. Поверила. Серьезно. Так, а что у нас? А, вот тут сокровища есть. Как-то туда надо попасть. Я даже уже знаю как. Ай, ты куда? Вылези, дурачок. Ой, дурачок. Ну и в чем проблема-то? А, точно, навыки же. Навыки. Навыки. Любые навыки. Сюда, вот сюда, например, тут один остался. Тут вот один остался. Че это мы тут? А, датский топор. Пойдет. Здесь вот. Ну, короче, медведя полностью вкачиваем. По стелсу вроде... Как обычно. По стелсу вроде нормально. Забрал. И пошел дальше. Да, наверное, будем все же на провизию. Больше хилок, больше шансов поубивать ревнителей. А что, она загорается? Зачем? А что... А, я же провизию не качал, господи. Здесь нельзя. А здесь вот можно подвинуть. Да вот, заколачивать надо сейчас будет. Иди сюда. Че, наверху что ли? Ну ты зараза. А, нет, через верх нельзя было. Припасы. Да господи, куда мне этих припасов девать? Их бы можно было на что-нибудь обменять. Другое дело. Так, 1000. 1000 это куда? Ага, это туда. Да господи, отпустись, ты чё? Так, ну в общем, игра просто тупо зависла. Вообще непонятно из-за чего. На карте. На карте зависла. Ой, господи, блин, как Ubisoft убивает своими багами, лагами и всем прочим. Так, ну вроде сохранилось там, где должно было. После... как раз забирание последнего сундука и выхода на карту. Хоть это, блин, они нормально сделали. Но это бред, реально. Вот сейчас вот бред происходит. Он не едет. Он просто не едет в гору. Зачем тогда мне ездовое животное, которое не едет в гору? Ну, пойдемте поговорим с этим, с Бирстоном. Что он нам скажет? В принципе, мы все выполнили. Он нам должен. Тихо, стоп, подождите-ка. А.
прогрузилась. А это, я думал, просто кусками вода. Ну ты же спустился практически. Ну что ты мозги компосишь? Игра просто удивляет. Всяким дерьмом, блин. Не понимаю, как можно, блин, столько багов оставить? Просто игра зависает. Уже патч вышел. Какого хрена? Просто зависнуть. Не из-за чего, просто зависнуть. И не давать вообще ничего сделать. Пришлось компьютер перезагружать. Просто зависнуть поверх всех окон. Это гениально. Что нам интересно, Бирстен-то скажет? Ну, он как бы должен с нами союз заключить. Тихо. Где? А где он? Лети, Сюнин. Ага, правее. Где? Здесь, что ли? А, вот он. Мужчина, его пес и природа. Что может быть лучше этого? Бирстен, Эстрид сказала, ты ждешь здесь. Милый Эйвор, лишь благодаря тебе я воссоединился с возлюбленной. Тены уже спрашивали, почему ты не ищешь Эстрид? Ха, да, конечно. Я сказал, что надежды нет. И бросился на постель, рыдая в голос. Как тут не поверить? Этого может не хватить. О, брось. Вокруг лишь шелест листвы. Все интриги Колчестера остались позади. На охоту. И все? А, в смысле, какая охота? Слышь, Бирстен, иди нахер. Ты долго будешь сидеть? Какая нахрен охота, Бирстен? Ты о чем? Мы вообще собирались завершать, если что. На кого мы охотимся? На вепря. Удивительный зверь, не так ли? Свирепость, горящие глаза и острые клыки. Я знавал одну деву щита. Она билась верхом на вепре. Звала его Яроклык. Поразительно. Твои истории интересно слушать. Но нам вепри нужны не для езды, а для пира в честь Альфиды. Твоей полюбовнице? Бирстен, если обман раскроется, Альфред лишит тебя титула. Наш союз будет бесполезен. Не бойся, я буду осторожен. На пиру в моем доме будут лишь друзья и моя семья. Там мы и скрепим нашу дружбу. Ламос был совсем недавно. Меня никто не узнает? Нет, для всех ты просто Дан. Да и в той суматохе людям запомнились разве что крики Эстрид. Это твои земли. Я положусь на тебя. Как Альфида. Она такая пылкая. Наша любовь горит жарким огнем. Совсем как в юности. Да и Элурику я рад. Он мне скорее как сын, а не младший брат. Я столькому хотел бы его научить. Вот, здесь водятся лучшие вепри. Ну и где он? Где этот вепрь? Серьезно, блин, Бирстен, ты прям вообще вовремя. Нам просто надо было этот союз заключить и все. Готов. Славный вепрь для моей любимой. А чё так много-то? О чём шла речь? Славный вепрь для моей любимой. Подойдёт для пира в её честь. Вперёд. И... нужно подготовиться к пиру. Мне теперь ещё вепри искать, да? Серьёзно. Иди сюда, скотина. Ну ладно, вон, показали хоть. Ну все, можно уже жарить его сразу. Так, ну-ка, а вот так вот если. Ай, промазал. Опасные звери, но вкусные. Ну не спорю, наверное, вкуснее. Дикий-то кабанчик. Убил, серьезно? А нет. Нужно подготовиться к пиру. Так, что я говорю? Смотри, какой жирный. Вкусное выйдет жаркое. Да ну. Иди сюда. Рука устала. Мы молодцы, Эйвор.
А, ничего, что я все сделал. Славная охота, Бирстон. Думаю, на сегодня хватит. Даже мои тены не останутся голодными. А уж им всегда мало. Вцепились в меня, словно волки. Тебя они докучают, зато меня позабавили. Я сыт по горло распрями ярлов и проклятой политикой. Ты сделал нас по-настоящему счастливыми, Эйвор. Спасибо тебе от всего сердца. Бирстон, следуя велению сердца, искал и обрел любовь в печальных чертогах своей памяти. Красиво сказано, мой друг. Красиво сказано. Идем, Перси, псина-то горемычная. От тебя толку чуть. Зачем я только тебя держу? Так, ну на сегодня, наверное, закончим. С вами был Гринайт. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Ссылка на плейлист и на паблик в описании под видео. Всем пока!